Найда, не видно. Тикай, Мухтар, Мухтар, тикай. Найда заняла будку Мухтара и не выходит. Мухтар, подожди. Тикай, Мухтар, ну я хочу ее заснять, Мухтар. Мухтар, подожди. Найда, 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 Найда. О, видите? Заняла будку Мухтара. А у него здесь тепленько. И потолок утепленный. Вот все утепленное. Нормально? Что же, Мухтар, будь джентльменом. Надо. Я думаю, что он мне все жалуется. Я пришла. Он все жалуется мне. И в будку заглядывает. Да, Мухтар. Ну, там будка ж большая, поместиться можно вдвоем. Ой. Да. Жалуешься, Мухтар, жалуешься. Ну, что ж ты сделаешь? Будка большая, поместитесь вдвоем. У нас там уголочечки только сидит, и все. Все. Красунька уже встречает, стоит. Вроде всех, всех покормила, всем дала покушать утречком. Она картошечки не захотела кушать, дала ей комбикорма свиного. Ой, Лялечка все воспитывает ее. Говорит, кто в доме хозяин? Кто старший? Вот видите, что она делает. Ну что, поросятка, покушали тоже? Молодцы. Сегодня мороз уже спал. Но снег еще держится у нас. Утро, снег лежит, не растаял. Уже подружились. С Боликом уже не обижают его. У каждого свое корыто, и каждый себе балдеет, кушает. Красунька моя, красунька, тебя уже назвали, дали тебе имя красивое. Подписчица написала, назовите красунькой, она такая красивая. Вот так и назовем тебя, красунька. Лялечка, да, Лялечка? Ты когда была маленькая, Лялечка, такая была маленькая, красивая, красивая, и тебе все Лялечка, Лялечка, так и осталась Лялечка. Да, она сама и стройней. Первые были два козлика, беленькие, безрогие были. А Лялечка третья, но потом ей рожки начали расти. И она рогатая у нас. Ну, мама ее тоже была рогатая. А папа был безрогий. Козлик. Петушок красавец.